И в настоящее время наш личный состав и вооружение все готовы и приведены в высшей степени готовности. 我们为友谊而来，为合作而来。 Под руководством Вооруженных сил Республики Армения все представители 13 государств, которые принимают участие в танковом биатлоне 2015 год. Генерал, полковник, я докладываю, что российские войска, представители нас приняли как родных. О том, какие у нас отношения, почему они таковые, я хочу призвать всех подумать о том, как жить дальше.